Всем доброго времени суток! Сегодня хочу с вами запечь голень индейки с овощами. Делается легко и просто, а блюдо получается вкусное и сытное. А также подписывайтесь на наш канал, у нас много простых и вкусных рецептов. Итак, давайте начнем. У меня голень индейки. Вес почти килограмм, 950 грамм. Также понадобится картофель, лук репчатый, морковь, смесь специй, я их беру на рынке на развес, уже для птицы смесь готовая, и майонез. А специи можете использовать те, какие вам нравятся. Картофель режем на четвертинки, лук нарезаем перьями, и морковь небольшими кубиками. Соединяем все овощи вместе, добавляем половину майонеза и половину специй. И все хорошенечко перемешиваем. Овощи подготовлены. Намазываем нашу голень индейки также оставшимся майонезом и специями со всех сторон, чтобы покрывалась наша ножка. Теперь все это можно отправить в рукав. В рукав запаковали. Не забываем сделать небольшую дырочку в рукаве сверху. И отправляем в духовку разогреть на 180-200 градусов на 1,5 часа. Индейка готова. Вскрываем пакет. Но главное осторожно, чтобы не ошпариться паром. Индейка с картофелем готова. Всем желаю приятного аппетита и надеюсь до новых встреч на нашем канале.